Привет, с вами Алина. И сегодня мы поговорим про то, как защитить себя и ребенка, если вы собрались на море, на солнце и на пляж. Итак, верные союзники магазина Аланд – это бэби-кокколи, Рейма, LED Details. Это какая красная щепка. И еще уточка Манчкин. Я хочу сказать, что эти ребята постарались на славу, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным. Итак, конкретно о этих средствах. Чтобы защитить малыша и, кстати, вас, дорогие кормящие мамочки, беременные мамочки, от палящего солнца, используйте защиту 30 и 50. Мам, мама с меня. Мама. Вот эти. Наша защита от солнышка, которая уже заканчивается, бэби-кокколи. Это нужно, конечно, делать лучше дома или в номере за полчаса где-то. И причем мазать лучше прям все, и пяточки, и стопы, потому что неизвестно, как она будет лежать, чтобы солнышко нигде не обожгло ребенка. Вы можете не беспокоиться, что вы как-то обгорите, но помните, что находиться на солнце с 11 утра и до 4 часов вечера вам нельзя. После того, как вы приняли солнечные ванны, сходили в душ, смыли соленую воду или воду из бассейна, я советую вам нанести на тело бальзам успокаивающий после солнца, бэби-кокколи. Наша малышка сегодня была на солнышке и получила такую хорошую дозу ультрафиолета, поэтому за кожей малыша надо ухаживать обязательно. И после загара наносить крем. Чтобы ваши малыши ни в коем случае не обгорели в воде, неважно, что это будет, водоем, море, бассейн, компания Рейма разработали вот такие панамочки. Они прекрасно закрывают ушки малыша, голову малыша и плечи. Это как раз все то, что находится на поверхности воды, когда малыш плавает и обгорает чаще всего. Защита у этой кепочки также 50, поэтому вы можете не переживать, что ребенку напечет голову или он сгорит. Также расцветки для девочек. Рейма Сан Про. У них материал такой, знаете, как купальники сделаны. И они будут закрывать ушки и плечи, что очень важно. УФ-защита 50+. Ну и если вы собрались просто погулять, захотели сходить в парк, на какую-то площадь, на набережную или просто побыть на улице летом, то на помощь вам придут наши стильные друзья LED Details, панамочки для мальчиков и для девочек. Мадам! Я хочу тебя обосить в бассейн. У Эрика это уже вторая панамка LED Details. Когда он был маленький, у него была желтая, сейчас у него голова стала чуть больше, и поэтому турист. Поэтому мы взяли уже на размер побольше. И цвет у него, у его панамки, как у рюкзачка нашего. У него теперь комплект. И вот здесь такие у нас завязки, которые позволяют держать даже при ветре панамку на голове у малыша. И наш верный друг – это уточка Манчкин. Она с виду кажется такой громоздкой, на самом деле она сдувается, она очень компактная. И без нее, конечно, сложнее давалась бы нам адаптация к воде, потому что дети моря испугались. Уточка Манчкин наша, она на все случаи жизни. Сюда можно будет все сложить, например, если вы на пляже находитесь, все помыть от песка и бросить в эту утку. И ребеночка тоже можно помыть ему ноги, помыть его в море от песочка, поставить в эту ванночку, там его переодеть, ну, естественно, ванночку без воды, и спокойно отнести в безопасное от песка место. Малыш не будет по уши испачканный. Тем не менее, что бы вы ни выбрали, какие бы средства вы ни предпочли для защиты своих детей и себя, помните, что солнце, море и отдых должны быть безопасны, приносить вам только радость, хорошее настроение и море здоровья. Любите, быть родителями. Пока-пока.